вами снова Алексеич. Мы на выставке «Мотовесна». Что тут хорошего, что тут плохого? Хорошее то, что есть дилеры и представляют свои мотоциклы. Есть «Индиана», есть «Харлей», есть «Ямаха». В общем, почти все бренды, «Триумф» я видел, почти все бренды представлены. Люди не жалеют денег на выставку и правильно делают. Но с таким настроением не уходит никто. Подходите к стойке продажи транспорта города.